Газ дешевле и экологичней, но есть и минусы. К примеру, малое количество газозаправочных станций как в стране, так и в Ульяновской области. На сегодня в регионе работает всего 7 станций. Проблему уже решают. Новая заправка вскоре появится на проспекте Созидателей в Новом городе. В Минтрансе отмечают, до конца года в эксплуатацию ведут еще 2 станции. Правительство Ульяновской области ставит задачи, чтобы в любую точку Ульяновской области можно было доехать на природном газе. В первую очередь это важно как для общественного транспорта, для наших автобусов, конечно, также и для водителей частных лиц. Это большая экономия. Ну и самое главное, это, конечно, экология. Небольшое количество заправок связано со сложной транспортировкой и хранением голубого топлива, а также с высокими требованиями безопасности. Ульяновская область участвует в федеральной программе развития энергетики, по которой оказываются меры господдержки при строительстве заправок. До конца 2024 года на территории Ульяновской области должно быть 17 объектов. Также по программе выделяются субсидии на переоборудование транспорта. Только в прошлом году 170 автобусов начали работать на газу. На эти цели выделили почти 13 миллионов рублей. В этом году Минтранс заключил соглашение с 7 организациями, которые и будут выполнять работы по переоборудованию транспортных средств. Поучаствовать в программе могут физические лица, объекты малого и среднего предпринимательства. Автолюбителям предлагается компенсация 2/3 затрат за счет федерального и регионального бюджетов. Анна Тищенко, Управда ТВ.